Брест и Армянскую республику связывают давние дружеские отношения. Чего не скажешь о торгово-экономических связях. Здесь потенциал еще реализован не полностью. И встреча белорусских и армянских парламентариев должна придать региональному партнерству дополнительный импульс. Наиболее приоритетными направлениями для сотрудничества с Арменией белорусская сторона видит логистику и туристическую сферу. За январь-июль 2018 года товарооборот Брестской области и Республики Армения составил более 1,7 миллиона долларов США, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Основные товарные позиции, экспортируемые в Армению, это мясомолочная продукция, мебель, плиты ДСП, детские игрушки и прочие товары. Торговля идет хорошими темпами. Вместе с тем потенциал наше сотрудничество реализовано не в полной мере. Несмотря на свою географическую удаленность от Беларуси, Армения заинтересована в налаживании тесных связей с регионами. И по словам главы делегации Эдуарда Шармазанова, парламентарии обеих стран должны сделать все возможное, чтобы взаимодействие было более плотным. И примеры тому есть сотрудничество Брестской и Араратской областей. Армянские сельскохозяйственные товары, армянское производство можем и здесь экспортировать. Импортировать к нам в Армению очень много белорусских товаров. В Армении очень популярна сейчас и белорусская мебель, и белорусское сельскохозяйственное производство, белорусские тракторы. Так что надо, чтобы регионы между собой взаимодействовали. И мы как парламентарии должны сделать все возможное, чтобы руководители регионов, представители регионов уже на региональном уровне взаимодействовали. Стороны намерены детально обсудить проекты для дальнейшего сотрудничества в различных отраслях экономики и в социальной сфере. Для этого армянская делегация посетила брестские предприятия «Гефест Техника» и «Стим». Обязательный пункт программы – поход в мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой». По словам армянской стороны, это священный долг. Каждый визит в Беларусь – это визит к братьям. И каждый визит в Брест и в Брестскую крепость – это визит к священным местам, потому что великая победа, Брестская крепость являются символом для не только белорусского, но и для армянского народа. Мы являемся наследниками Великой Победы. И для этого очень важно чтить эти традиции. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.